Секретарь Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» глава муниципалитета Андрей Иванов открыл новый цех 121-го авиаремонтного завода в Старом городке, где будет проводиться окраска самолетов типа Як-130, Су-25, МиГ-29, Су-27 и других. Цех построен по федеральной целевой программе развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы. Его открытие позволит создать в округе дополнительные рабочие места.